Привет, ребят. Пишите вопросы, если есть. Кто хочет в YouTube, кто хочет в ВК. И я отвечу, конечно же. Вот. А сегодня у нас начали мы проводить эфиры без темы. И знаете, я в очередной раз сталкиваюсь с тем, как люди хотят выйти в автономию, хотят выйти куда, в какие-то иные состояния. Но при этом они идут через ложь. Идут через ложь самого себя. И сколько бы я ни говорила, что ни едение, новое состояние, еще что-то. Это только через честность. Это только через честность с самим собой. Но в очередной раз столкнулась с тем, что проводила консультацию очередную с девочкой. И она мне сказала, говорит, ну вот я не могу выйти, вот больше 4 дней у меня не получается. Выйти на сухие дни. Я говорю, а зачем тебе сухие дни? И она начинает рассказывать там то. Но это же вы все уходите от себя. И мы с вами это уже обсуждали. Это все про то, что вы пытаетесь одну ложь закрыть другой. Вы хотите, что, ну, если мне здесь, я себя здесь найти не могу, то я сейчас тогда пойду и в другом месте себя такую вот хорошую найду. То есть у меня вот были состояния такие, вот у меня были вот это вот такое, я хочу обратно туда вернуться. Обратно куда вернуться? То, что вы испытываете на 4 днях, на 3 днях, кто-то больше, кто-то меньше, неважно. То, что вы испытываете какие-то новые, иные состояния, это не говорит о том, что вы пришли к самому себе. Это говорит о том, что вы через свое непринятие своего мира, через свою боль чуть-чуть увидели себя. Почему через боль? Почему очень часто мы не можем найти себя, увидеть себя, полюбить себя? Никак у нас это не получается, да, потому что мы в тот раз проговорили, а что же это такое, что же такое полюбить себя. И когда мы начинаем говорить о том, что выйти в другие состояния, в иные состояния, но это невозможно сделать, пока ты себя не нашел. Кто пойдет в другое состояние? Кто пойдет в другую плотность? Кто пойдет туда, если ты себя найти не можешь? Как ты себя вообще будешь форматировать там, если ты здесь не понимаешь, кто ты есть, для чего ты есть, что ты любишь, где тебе приятно, с кем тебе приятно? У нас же столько шаблонов, у нас шаблоны везде, на каждом шагу. Вот так одеваться, вот так разговаривать, вот так выглядеть, вот там-то работать, вот там-то жить, чтобы была такая-то машина. Там. И вот миллион всего то, что не принадлежит вам, все то, что не классифицирует вас как личность. Кто будет идти в осознание, кто будет идти пробуждение, кто этот человек, где он? Вы здесь себе настолько заврались,
что вам проще с чистого листа все по новой. То есть почему вы себя убиваете, неважно чем, едой, лекарствами, какими-то бедами, проблемами, которые сами себе придумали. Почему вы себя убиваете этим? Потому что вы здесь не можете выбраться из того, во что себя нарядили. И вам проще пойти на реинкарнацию самого себя, только бы ничего не исправлять. Хотя исправить можно абсолютно все и абсолютно на любом этапе. И я уже про это говорила. Но чтобы исправить, это представляете, что нужно работать? Это как нужно перелопатить? Это как нужно поменять свою жизнь? И вот эти вот состояния, когда говорят, что «Ой, пробуждение – это когда цветы пахнут еще ярче», когда зелень более зеленая, небо еще более голубое, вода еще мокрее, и всякую вот эту вот чушь, блевотню несут это постоянно. Но это же не про это про честность. Это про то, что ты начинаешь видеть тот мир, в котором ты живешь, так, как он есть, такой, какой он есть. Если я так сделаю, темно будет. Если ты его не видишь, а очень часто мы его не видим не потому, что не хотим его видеть, а потому что мы себе придумываем всего очень много. То есть смотрите, в нашей жизни ну, минимум 70% крутится все вокруг еды. И я вам уже говорила, да, то есть мы сначала начинаем учиться. Учиться мы начинаем, чтобы пойти на достойную работу. Достойную. Достойная работа – это та, которая нас обеспечит максимально. А чем максимально? Максимально, по большому счету, едой. Потом нам нужно ее купить, потом нам нужно ее приготовить, потом нам нужно ее выкакать, потом нам нужно все вот этот круговорот постоянно. Мы даже общаемся. Вы посмотрите, где вы общаетесь, вы посмотрите, где вы встречаетесь, где ваши встречи, где проходят какие-то мероприятия. Если приходит мероприятие, то там обязательно фуршет. Если проходит где-то встреча, то это обязательно кафе. Но чтобы там пройтись, прогуляться, сделать какой-то, я не знаю, там пикник с какими-нибудь выставками, ярмарками, еще что-то, это кажется там, это не про это. Пафос у нас присутствует везде. То есть вот это вот три буковки VIP, когда кто-то включает, это кажется, что это уже так круто. А круто-то, чтобы что? Вы хотите стать крутыми, чтобы что? Открываются, люди переходят на сыроедение и открывают потом вот в своем вот этим афоризме, да, ой, блин, вот классно, вот сыроедение, это так исцеляет организм. И они начинают там открывать свои кафе, в которых они начинают там есть ни мясо, ни рыба, ни икра. Это все то, что может по вкусовым качествам быть такое же, как мясо, а по факту это из чего-либо растительного, да, из чего-либо сырого. Но это же опять путь-то куда? Путь в обман самого себя. Ты хочешь пойти на сыроедение, чтобы что? Если мы сейчас не берем, да, вот тех людей, которые вот мне нужно сыроедение, чтобы вот быть там в такой-то форме, или чтобы у меня там моя болезнь отошла, там еще что-то. Но люди идут в сыроедение для того, чтобы пойти на следующий уровень себя и начинают покупать там колбасу сыроедческую или веганскую, там еще что-то. Это не про это про обман. Почему вы
Почему вы обманываете себя, пытаетесь сделать так, что другие, что других вы не обманываете? Это то же самое, что мне написали под постом, который у меня будет 7 июня на одном из каналов видео, трансляция. И у меня там фотография. И вот под этой фотографией мне там написали: «Ой, там такая фотография, это пошло, это неприлично это делать автоному», там еще что-то. В общем, и под фотографией написали, и мне в личку написали, из чего только мне не написали. Вот это чтобы что? То есть смотрите, какой акцент. Вы, вот когда вы кого-то разбираете по косточкам, что это значит? Это значит, что пока я разбираю кого-то по косточкам, я могу не смотреть на себя, я могу не делать акцент на себя. А если я его разбираю по косточкам и говорю, какой же он нехороший, какой же он негодяй, что получается? Я его в своих глазах, ребят, в своих глазах его втаптываю вниз, а сам, вставая на него, носик свой вытаскиваю из своего болота. Но это же не про тебя, ты дальше-то никуда не двинулся. Ты там будешь стоять, пока он под тобой будет, ты будешь, вот у тебя вот будет нос. Так ты благодарен ему должен быть. О каких переходах может идти речь? О чем может идти речь, если вы сами себе начинаете врать? Если вы начинаете... Если девушка говорит, что вот я не могу выйти на больше, чем на 4 сухих дня, и меня это так беспокоит, я говорю, чем ты занята в своей жизни? И там и танцы, и шманцы, и чего только нет. Я говорю, от чего ты получаешь удовольствие? Она говорит, от всего. Я говорю, так получаю удовольствие. В чем вопрос-то? Она говорит, я хочу большего, я удовольствие получаю такие. И когда мы начали с ней разговаривать, получается, что это не удовольствие, это механический процесс, чтобы себя занять. И когда я себя занимаю, то тогда я меньше думаю о еде. Так это вообще не про это. Какая разница, думаешь ты о еде, либо искусственно не думаешь ты о еде. Это же одно и то же. Копаешь ты яму, выкапываешь ты яму или закапываешь ты яму, ты все равно стоишь около этой ямы, ты все равно коммуницируешь с этой ямой. Какая разница? Акцент нужно уводить, не закрывать его чем-то, не прикрывать его полотенчиком, еду. А нужно понимать, что почему ты не хочешь, почему у тебя есть другие ощущения, у тебя есть другие состояния, у тебя есть другие делания, которые тебе более приятны. Вот туда надо уходить. И когда ты туда уходишь, тогда тебе неинтересно. Тогда тебе неинтересно становится быть в этой еде. Как бы смысл получать эмоции, если ты научаешься получать чувствование через ощущение. Это же другие процессы. Почему у нас так много крутится вокруг того, что мы постоянно себе обманываем, в чем-либо. Мы не можем себя... Очень часто человек не может себя найти в этой плотности, в этой реальности, в этом пространстве. И только когда он не может себя найти в этой плотности и в этом пространстве, он начинает пытаться всяческими, вот всем, чем он может, начинает пытаться выкарабкаться оттуда. Я сейчас буду не есть, и я буду замечательным. Я сейчас буду вот это, и я буду замечательным. Не будешь. Ты будешь замечательным только тогда, когда ты здесь поймешь, что ты клёвый для себя в первую очередь. И только после этого ты можешь вот через свое состояние выйти в следующий процесс самого себя. А так получается, вы там несколько дней поголодали, и вас выбросило в новое состояние, а вы в это новое состояние несете с собой вот такой вот огромный чемодан из своего того прошлого. Тебе говорят, брось его, давай, вот здесь вот по новому. Ты говоришь, здесь вот моя история, вот столько всего. И все, и он тебя вытягивает обратно потом. Под его же тяжестью ты обратно идешь. Чтобы прийти к себе, это же нужно работать. Очень часто мы не можем
Почему мне говорят там, ой, вот у меня опять срыв, вот я опять наелась, неважно. Так вы наедаетесь-то ведь не потому, что вы понимаете, что вы наедаетесь не потому, что вы голодны. Телу не нужна еда. Еда нужна только, когда вы скучаете, когда вам скучно от самого себя, когда вы унылое говно. Только тогда вам нужна эта еда. По-другому-то для чего она вам? Ведь она вам нужна только лишь тогда. Что такое еда? Что, когда вы вспоминаете о еде, когда вы едите. Вы едите не тогда, когда вы в моменте находитесь. В моменте вы не можете быть плохими. В моменте вы не можете быть какими-то неудовлетворенными. Когда вы понимаете, что вы в моменте, у вас другие чувствования себя. У вас все идет по-другому. И вы тогда начинаете знакомиться с собой. А чтобы быть в этом состоянии постоянно, это нужно быть в осознанности. А я это делаю, чтобы что? А я это говорю, чтобы что? А я об этом, вообще у меня мысли вот эти вот пришли мне, чтобы что? И вот эти вот все вопросы, да, я вам говорю только первый этап. И он классный, этот первый этап. Это же здорово. Когда вы можете отследить то, что у вас сейчас есть. Но нас постоянно перебрасывают. То есть, когда вы говорите, что у меня опять был срыв, это про что? Это про то, что вы сейчас ковыряетесь, то, что уже прошло, у вас он уже был, вы уже поели. У вас уже состоялся процесс. Но вы не хотите здесь на себя посмотреть, а вы все время там. Потому что если вы здесь будете, здесь и сейчас, когда перед вами будут любые явства, вы будете понимать, а мне это съесть-то, чтобы что? А почему мне так скучно? А что я не делаю? Что я не доделываю в моменте? Мы же очень часто не делаем для себя вообще ничего. Что? Вот мне сейчас человек пишет, он говорит, Свет, говорит, выбросила, говорит, в очередной раз, говорит, в неедение. И вот там какая-то неделя пошла, да? И он говорит, куда девать энергию? Я говорю, ну вот туда можно. Он говорит, это скучно. И вот когда это скучно, тогда тебе это неедение, это ведь не нужно. Оно тебе чтобы что? Чтобы скучать? Чтобы куда-нибудь энергию приспосабливать туда, где тебе не хочется быть, зачем тогда она тебе? Если тебя уже выбрасывает твой организм туда, значит, ты готов на какие-то большие действия. Но насколько ты лжешь самому себе, что ты не хочешь что-то делать иного. Тебе кажется, что вот это скучно. Вот тут. А что ты делаешь? Что ты делаешь, чтобы себя разгрузить? Что ты делаешь, чтобы... Ты вообще делишься своей энергией? Вот у меня много энергии. Ты делишься своей энергией? Ты ее куда-то раздаешь? У тебя есть такое, что она саккумулировалась, и ты там выбросил новый какой-то проект, который будет в помощь живущим на планете Земля? Неважно кому, людям, животным, еще чем, куда ты ее саккумулировал? Или ты саккумулировал вот такой вот кусочек с ноготок, что можно там один раз сходить в спортзал, там все, сдулся и такой, о, нормально, все, теперь я разгрузился. Нет, аккумулировать нужно энергию. Мы же даже этого не умеем. То есть нужно очень четко понимать, вот это пойдет на строение моего нового тела. Вот это пойдет на строение моего нового окружения. Вот это пойдет на какой-то новый проект. Вот это пойдет сюда. Если вы не умеете это распределять, сколько вам нужно накопить энергии, чтобы был вот этот вот выброс, выхлоп, то тогда она от вас уйдет. Вы же сами себя выкинете.
от этой скуки, когда вы, ну, представляете вот состояние, вот вы, я не знаю, там все спят, да, а вы ходите из угла в угол, не знаете, куда себя деть. Ну, пошли прогулялись, ну, один раз прогулялись в одиночестве, ну, второй, ну, десятый раз. А потом-то что? Потом ничего, ноль. И это будет слив самого себя. Это будет просадок твоего физического тела. Это не будет актив твой. Это будет твой пассив самого себя. Ты ничего, тебе дался очередной толчок, чтобы ты сделал что-то. И если ты этим не воспользовался, то у тебя пойдет, то есть тебе дали, ты не раскрыл это, то у тебя пойдет обратно, чук, и откусили кусок тебя. Если вы куда-то идете, вы понимаете, куда вы идете. Если вы идете в осознание, так вы идите в осознание. Очень часто же идут не в осознание, а в голодовке, называя это автономией. Причем посмотрите, вы почитайте самих себя. Вы говорите, я завтра иду в автономию на 2 дня. Клево. Но вы же сами изначально себя обманываете. Хоть как можете придумать? Чистые дни, сухие дни, божественные дни, еще какие-то дни. Но вы всегда будете отматывать, сколько времени. То есть вы себе поставили, я там буду 2 дня. И вот эти 2 дня вы чем-то себя занимаете. А должно быть по-другому. Должно быть, что вы себя раздариваете, и вы не замечаете, что вы там сегодня, завтра, послезавтра не поели. И вы понимаете, что ваше тело настроилось на ресурсную отдачу себя. А почему на отдачу? А потому что оно должно получать новую, большую энергию, более плотную энергию для строительства нового тебя. А оно как может получить, если ты себя не раздаешь? И мне сегодня тоже вопрос задала подруга, она говорит, ну вот как бы, вот чтобы такого сделать, как вот я понимаю, говорит, что должна быть вот плотность, она должна вот прям вот, вот то, что вот мы делаем, то, что мы говорим, это должно быть не просто как идти на расширение какое-то, про которое все говорят, да, вот нужно расширяться, нужно углубляться, нужно еще, нужно уплотняться. А уплотняться как? Если мы будем говорить образно, то уплотнение, оно должно, ты должен себя чувствовать как плотный шар. И вот когда ты себя чувствуешь как плотный шар, то как бы тебя ни повернули, как бы тебя ни развернули, тебе везде удобно, тебе везде хорошо, ты не чувствуешь дискомфорта. Ты везде в своем мире, как бы тебя ни повернула ситуация, как бы тебя ни повернуло твое окружение, ты всегда на той грани, ты всегда там, где ты должен быть, своевременно, в своем мире. И вот это как раз про уплотнение. Это когда вы шлифуете себя, постоянно шлифуете каждую грань. Не так, чтобы вы там, вот это вот я знаю, вот это знаю, вот это знаю, вот это знаю. А отшлифовочка. Я это знаю, и могу ли я отдать то, что я знаю? Если вы знаете, но не можете этим поделиться, задумайтесь. А что вы тогда знаете, если вы не можете этим поделиться? Вот я сегодня тоже рассказала человеку... Привет, Артём. Рассказала человеку, я говорю, вот можно сделать такой-то проект. И если сделать такой-то проект, то этот проект даст определенные гарантии в определенной структуре, людей не будет шанса обмануть население, не будет шансов у одних сделать это, других сделать это, то есть это пойдет только на благость. И мне, я когда говорю, нужно это упаковать, можно упаковать этот продукт во что-то написанное, чтобы можно было с ним идти и предложить вот там туда-то, туда-то. И мне последовал ответ, ну, а может быть, а если у тебя этот продукт украдут?
А какая разница, кто его запустит? Ну, украдут. Но если у них лучше получится его запустить, то почему нет? Это же не про деньги. Это же про отдачу мира тому миру, который ты уже построил для себя. То есть ты уже понимаешь, что ты готов на отдачу самого себя. А если ты готов на отдачу самого себя, то и все пространство будет тебя наполнять, чтобы ты был источником, чтобы ты был батарейкой. А если ты только наполняешься, то как бы, ну, ты не очень удобен. И вот когда ты готов на отдачу, то ты себя тогда, ты начинаешь ценить свое физическое тело. Тебе не хочется его разрушать, если ты понимаешь, что ты еще готов отдавать, и еще готов отдавать, то ты начинаешь следить за своим физическим телом. Ты начинаешь с ним обращаться так, чтобы оно тебе давало максимум комфорта для того, чтобы ты был хорошей батареечкой, хорошим раздатчиком и передатчиком. Вот про это. И тогда у тебя не будет вот этих вот мыслей. Это же, я бы даже не сказала, что это первый уровень. Это, наверное, вот минус какой-то, даже не нулевой, это минус какой-то уровень, когда мы говорим постоянно, а расскажите вот это про еду, а вот расскажите вот это про еду. Это не про это. Я могу рассказать про это, но это я могу рассказать, когда вы находитесь в переходном периоде. Я вижу людей, которые готовы переходить. Меня спрашивают, а сколько у вас перешло? А какая вам разница? Ты посмотри, сможешь ли ты. Когда спрашивают, а сколько у вас перешло людей, это же про то, что внегласные гарантии. А, из 10-10, ну, значит, я тоже перейду. А ты, может быть, в эту десятку не попадешь. Может, у тебя духа не хватит повернуться к себе. Раскрыть свой талант. У каждого человека есть талант. У каждого, абсолютно. Но чтобы его раскрыть, и это не талант не поверхностный, а внутренний, это разный талант. И чтобы его раскрыть, человек должен его раскрывать через любовь. По-другому не бывает. И когда он раскрывает этот талант, он идет в те состояния, когда ему, когда он ощущает через свой аватар то пространство, которое он начинает выстраивать под себя. И в это пространство входит абсолютно все. И объекты, и субъекты, и материальное, и нематериальное. Все туда входит. И когда он начинает выстраивать свой мир, как вы думаете, это занимательный процесс? Этот процесс требует, чтобы отвлечься от него на обед. Салат, суп, второй и компот. Это же неинтересно становится. Это про поиграть. И когда спрашивают меня, а как выйти из этой матрицы? Ну, это же про игру. Вы куда хотите выйти? Пространство единое, плотности разные. Вы, чтобы выйти из этой плотности, вы весь процесс прошли? Весь процесс самого себя, вы все бонусы собрали, которые вам давала эта плотность. Все смогли реализовать, все прелести смогли увидеть. Шкала опыта у вас на пределе, вы готовы дальше идти? Или как вы полагаете, что вы куда выйти, что такое выйти из матрицы? Создать свой мир? Да, можно. Но в этой плотности, плотность-то единая.
готовы себя познавать по-иному, готовы выходить на изначально работать над собой. Может быть, кто-то скажет, что вот нужно просто остановиться и посмотреть туда, посмотреть сюда, там еще что-то. Это клево. Но я вам могу сказать, что я пробовала по-разному. И вот эти вот... какие бы ни пришли к вам состояния, на диване, под диваном, я не знаю, там, разгружая вагоны, или там, не знаю, лежа у бассейна с коктейльчиком. Вот если это состояние может прийти, но если ты к нему не готов, то ты не сможешь в него вжиться. Это состояние тебя прожить не сможет. Ты не сможешь познать все моменты этого состояния, потому что ты себя же не знаешь, ты дальше-то не готов, и тебя выбросит из этого момента, из этих ощущений, из этой сказки, как многие начинают говорить. Тебя выбрасывает. И ты попадаешь в депрессию в определенную, в уныние. Ты хочешь туда-обратно, но ты не понимаешь, что туда-обратно, чтобы прийти, туда уже нужно, чтобы прийти. Это нужен целый... ну, наверное, целый пул действий произвести, которые касаются не только материи, но материя должна быть обязательна. Потому что мы живем в материальном мире. У нас каждое слово – это материя. У нас душа – это материя. У нас дух – это материя. Но мы так часто открещиваемся от материи, говоря, что это не про нас. Я вот весь такой воздушный, я вот весь такой душевный, духовный. Еще какой-то. А что ты делаешь? Что ты такой классный делаешь для того, чтобы кто-то стал чуточку счастливее, чуточку здоровее? Ну вот что ты сделал через свою классность? Только через отдачу. Ребят, можно продвинуться куда-то вперед только через отдачу. Если есть вопросы, то пишите, а если нет вопросов, то я буду закругляться. И еще, ребят, пишут мне по Москве, когда будет встреча, и что мы сейчас встречу сняли в другой зал побольше и перенесли всех на 3 число, потому что 2 числа очень мало было отзывов, это пятница. Вот, поэтому сделали зал побольше и 3 числа. Поэтому если кто-то хочет на личную встречу пообщаться, то, конечно же, пишите. Все контакты будут, как обычно, под видео. Вот. И да, мне задали вопрос. Про марафоны. Про марафоны, про ретриты, ну, про любые продукты. И говорят, все ли могут ими пользоваться. И я сейчас все больше и больше сталкиваюсь, что не все. Я не всем продаю свои продукты, я не всем даю кому-то пользоваться. Я не всех готова приглашать на ретрит. Потому что многие не готовы. Это просто будет потеря и вашего времени. Это не для того, чтобы для красного словца, для того, чтобы кто-то обиделся. Но если вы хотите обидеться, пожалуйста, это ваш путь, и вам его тоже нужно пройти. Да, не для всех. Для готовых.
Что такое готовность? Это не когда ты там столько-то дней не ешь там или еще что-то. Это про другое. Как чистые дни помогают раскрыть талант? Или сначала лучше просто делать то, что нравится, а чистые дни сами подтянутся? Но, конечно же, лучше делать то, что нравится, это в любом случае. И когда ты делаешь то, что нравится, тогда тебе будет не хотеться кушать. И когда ты на чистых днях, у тебя нет желания себя обманывать. Ты начинаешь быть тотально честным. После, у всех по-разному, после определенного дня какого-то. Ты думаешь, а зачем мне это? А зачем мне вот то? И ты начинаешь смотреть на некоторые вещи вообще абсолютно по-другому. И когда ты начинаешь быть честен сам с собой, ты думаешь, блин, а я же вот этим вот хотел всегда заниматься, дай-ка я попробую. И через вот это ты проходишь вот в это, а потом думаешь, а дай-ка еще вот это попробую. И вот так, 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 пошел, пошел, а потом думаешь, о, нифига себе. А я думал, что это некрасиво, а я думал, что это не звучит, а я думал, что я не смогу. И ты начинаешь раскрывать себя нового. И так это тоже происходит. И еще, ребят, не забывайте, что когда вы выходите в новое состояние, когда вы выходите, когда мне спрашивают, автономия, это же так прекрасно. Это не прекрасно, это не про прекрасно, это про честность. И там есть огромный такой момент, что 90% вашего окружения, оно просто у вас отвалится. Кто-то вас не поймет, с кем-то вам уже не будет интересно. Вы не будете уже никого тащить. У вас отпадет чувство жалости, потому что вы будете понимать, чувство жалости — это скрытое превосходство над кем-то. И вот эти вот моменты, они все будут раскрываться. И в какой-то момент вы поймете, что вам вообще не интересно с людьми общаться. Вы вообще с ними не хотите общаться. Потому как вы смотрите на человека, и вы прямо вот до ниточки, до иголочки понимаете, что у него. А если он еще заговорит, то все. И первое время тебе захочется ему сказать, так вот это, а многие люди не готовы. 90% населения не готовы к правде, не готовы к тому, что вы говорите. И потом вас уже попускает, и вы уже понимаете, что как бы, ну, здесь я в этом материальном мире, значит, я должен выполнять определенные материальные действия для того, чтобы люди начали просыпаться. Потому что когда ты просыпаешься, ты перестаешь врать. Когда ты перестаешь себе врать, тогда убираются все вот эти вот негативные моменты. Их не может быть. Ты не захочешь что-то делать во вред кому-то, потому что это настолько бессмысленно. Зачем делать кому-то плохо, чтобы тебе было хорошо? Тебе никогда не станет хорошо. Обманул ты его в деньгах, не доплатил ты. Что-то там еще сделать, тебе никогда не станет хорошо от этого, никогда. Ты можешь себя завуалировать этим, сказать, да, я молодец, я вот это вот там прокрутил, провернул. Но если ты немножечко копнешь, или когда тебя вот эта вот эйфория отпустит, тебя накроет. Неважно, сколько это времени, про день, два, 20 лет, тебя все равно эта ситуация накроет. Ребят, пишите вопросы. Если нет, то до вторника, а в четверг уже эфира не будет, потому что я как раз буду в это время двигаться в Москву. Да, ребятки, ну вот я смотрю немножечко, вторая площадка у нас с опозданием идет, но очень жду марафона по депривации. Да, ребят, я тоже очень жду марафона по депривации, потому что информации все больше и больше скапливается. И мне очень хочется ее разгрузить, ее раздать, но в любом случае ждем, пока вот как было озвучено, ждем, пока наберется достаточное количество человек, и как только набирается, мы сразу же стартуем, сразу.
И это про депривацию сна, это не про то, что, как мне пишут, а я вот, например, водителем работаю, как мне быть, я же не смогу не спать. Это не про то, что депривация, мы сейчас с вами все будем столько-то дней не спать. Это про то, что я расскажу вам, что такое депривация сна, как реагирует наше тело, когда мы не спим. Что такое нервная система? Я уже говорила, что печень – это сон. Это не злость. Злость и гнев – это поверхностные состояния, которые вот это вот сказали, и все, и все так, о, да, это же желчь, ты желчью брызгаешь. Это нормально, это будет у нас как бы, примем это за платформу, что печень – это злость. Это вообще не про это. Ну нет, это как бы можно, если кому-то это помогает, пожалуйста. Но мы будем глубоко копать. А что такое нервная система? Когда она отключается? А есть ли такое, что она отключается? А если она отключается, то что происходит? Почему нас так тщательно всегда укладывают спать? Задумывались? Когда нас укладывают спать, что с нами происходит? А если нас не будут укладывать спать? Что будет с нашей нервной системой? А если произойдет такой процесс с нервной системой, то тогда что наше физическое тело сможет сделать? На каком расстоянии? Почему? И вот эти вот процессы, они очень глубокие. Я бы вам с удовольствием бы это раскрыла бы здесь, но меня просто забанят. Направляю друзей, но многие не принимают эту идею. Ничего страшного, значит, не готова. Это нормально. Почему-то мне после еды легче депривировать, чем на чистых днях. Максимум 3 дня на чистых днях. Почему так? Ну, легче депривировать, смотря что ты сколько дней считаешь депривацией. Вот. Мы выходим в определенные состояния, когда у нас идет без подсыпания от 4 дней и больше. Вот тогда мы входим в определенные состояния по сну. И если, например, я могу сказать по себе, если мне нужно узнать неузнаваемое, то я точно так же без подсыпания выхожу на определенное количество дней, которое более 5, и вижу некоторые моменты. Когда у меня какие-то пазлы не сходятся, когда я не могу найти информацию, когда я вижу, что вся информация, которая есть, она уводит от какого-то логического завершения, то я тогда вот так вот нахожу эти ответы. И они, да, они находятся. Они находятся, потому что мы начинаем не через мозг воспринимать информацию, а через себя. А знаете, где у нас начало нашего принятия информации? Истинной информации. Ну, я не буду говорить прямо про истинность, да, а я бы сказала, той информации, которая заложена в каждом из нас, а мы — это продолжение этой планеты. Да, есть и такое. Я только одну ночь пропускала, поняла, этого маловато. Угу. Включится нервная система, и человек не будет чувствовать боль. Пытки раньше такие были, не давали человеку уснуть, а потом он не чувствовал боль вообще. Это поверхностно, Танюша, я тебе скажу. Ну, это имеет место быть, но это... Я бы сказала, для меня бы эта информация была не очень интересна. Я бы ради этого, наверное, бы не стала бы депривировать сон. Я, наверное, так отвечу. Я бы тогда бы в тепленькой постельке бы с удовольствием бы повалялась. Вот. А если ты понимаешь вообще, что происходит, то тогда ты уже задумаешься. Там вообще другие процессы, ребят, идут. Присоединяйтесь на марафон по депривации. Вот. Он у нас совсем копеечный.
специально сделали, чтобы это было максимально людей охватить. Максимально людей охватить, чем больше вы раскрываетесь, чем больше вы получаете информации, тем больше я понимаю, что я нахожу те, не знаю, как родные души, вы находите свои родные души, с кем можно будет в дальнейшем обмениваться энергоресурсом, чего бы он ни касался. И это уже другое качество жизни. Другое качество жизни, и неважно, в физическом теле или нет. Это тоже важный момент. Понимаю, что поверхностно. Угу. Так, ну что, ребятки, вроде бы пока все. Вопросов больше нет. Немножечко расскажу, может быть, еще про, ну, не конечно, но на личной встрече в Москве тоже порассказываю, потому что это же будет в нашем пространстве, это мы не будем все выкладывать в интернет, поэтому. Почему выпадают волосы? Так, а ты у нас не была ни на марафоне рождения аватара? Ты не была? На марафоне рождения аватара я там прям рассказывала, почему у нас выпадают волосы, что такое волосы, почему они растут до определенной длины, и какая длина, что она говорит, что, куда тебе ведет, что тебе нужно посмотреть. Но это очень большой процесс, очень длинный. Вот, и... У меня был до этого эфир, и я там чуть-чуть рассказала, вот, и нас, мы словили страйк на неделю, вот, поэтому не все могу здесь рассказывать, ребят, а поверхностные какие-то моменты мне неинтересно говорить. Я же вам не говорю не потому, что вот я вот там что-то хочу вот так, такое пошептаться, потому что нельзя это. Есть записи эфир про волосы, можно его отдельно купить? Нет, отдельно нет, это либо весь марафон, чтобы понимание было, как отдельно, никто не будет там какой-то частичку. Он... Ребят, марафон стоит, блин, он очень дешевый. Куда нам, чтобы нам переводили там по 100 рублей за один эфир? Это как бы, не... это больше... Получится... Дороже трудочасы оплатить тому человеку, который будет вот это вот все вытаскивать, переводить, еще что-то. Это неудобно, потому что все должны получать какую-то благодарность, понимаете? То есть они все должны получать энергию. Энергия сейчас получается у нас чаще всего в деньгах. Тем более, если человек, который помогает там с какими-то техническими возможностями, если он живет в другом городе, то что там? Я тебе дарю воздушный поцелуй за то, что ты там делаешь? Ну нет, конечно, у него также, у него есть семья, у него есть какие-то обязательства. Поэтому каждый человек, который что-то мне помогает, я ему пытаюсь как-то, чем могу, тоже как-то помочь. И это нормально. Как всегда, очень интересно. Спасибо, Танюш. Вот, поэтому, ребят, есть марафон. Единственное, что нет, не будет никогда марафон возможности меня в записи. Его никогда мы не будем, никогда не будет доступа, потому что там идет глубокая проработка каждого человека. Глубокая. Вот. И поэтому эти марафоны никогда не будут в записи, они всегда будут закрыты, открыты будут только для тех людей, которые присутствовали в этом марафоне. Потому что там иногда говорятся такие вещи, то есть там раскрываются вещи, почему там человек не может забеременеть, и он, например, беременеет в момент марафона, да, вот в эти вот 7 дней там, но не беременеет, я вру, а... Климакс поставили 5 лет назад, да, а там у девочки неоднократно уже начинаются менструальные циклы, вот. И из 5 человек, например, 2 после марафона, ну, уже родили,
уже родили детишек, это далеко после 40 им было, вот, то есть молоденькие девочки. Поэтому разные там получаются эти проработки, а вот эти вот как раз проработки по-женски, они очень глубинные, проработки вот у мужчин, почему вот у них что-либо не складывается, то есть прорабатываем там сердце проработали, все, пошли финансовые моменты, финансы начали налаживаться. А не, ну, мало кто понимает, что вообще при чем здесь сердце и финансы. Это же вообще два разных потолка. А по факту это вот одно и то же. То есть очень много моментов. Ну все, ребятки, вопросов больше нет. Я вас всех благодарю за вопросы. Если вам интересно, то вы можете либо в личку, либо под видео писать свои вопросы, и я их с огромным удовольствием все, конечно же, вам расскажу на наших эфирах. Вот. И либо мы же заранее выставляем, когда будет эфир. Можете прям в эфир приходить и задавать вопросы, прям список писать, и я на все вопросы отвечу, если это не займет это у нас всю ночь. Хотя можно и всю ночь просто сохранить, это уже тогда не даст. Все, благодарю вас, благодарю.